Привет, друзья! Российская ракета «Союз-21Б» с автоматической станцией «Луна-25» стартовала сегодня в 2 часа 10 минут ночи по московскому времени с площадки 1С космодрома «Восточная». Можно сказать, что это исторический момент, так как это первый за 47 лет старт ракеты «Союз» с российским лунным аппаратом. Ракета-носитель отработала в штатном режиме. Разгонный блок отделился от третьей ступени ракеты и в настоящее время выводит автоматическую станцию на траекторию перелета к Луне. Полет к Луне будет длиться около 5 суток. За это время произойдут две коррекции траектории, первая через полутора суток после старта, вторая за день до выхода на орбиту вокруг Луны. После выполнения расчетов должна произойти впервые в мире мягкая посадка в районе Южного полюса Луны. Ориентировочно это случится 21 августа. Станция проведет целый комплекс исследований, в первую очередь поиск воды. В случае успеха открывается перспектива строительства лунной базы и промышленного использования спутника. Станция год будет забирать лунный грунт, изучать его и передавать данные на Землю. В 2027 году Россия должна запустить станцию «Луна-26», в 2028 – «Луна-27» и где-то после 2030 года – «Луну-28». Эти четыре миссии станут первой фазой. После этого Россия вместе с Китаем перейдет к следующей фазе – возможности пилотируемого посещения Луны и строительства лунной базы. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.